Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». Братья и сестры, вставшие, попросим благословения на богослужение. Дорогой Господь, пред Тобою, Боже, в этот час мы предстоим. Боже наш, Господи, к Тебе молитва наша, Боже наш. И ныне мы нуждаемся в Тебе, Господь, в этот вечерний час. В этот вечерний час мы в доме молитвы, Господь. Славим и величим Твое святое имя, Боже, за Твою благость и милость к нам, Господь. Что Ты, Господи, даровал нам этот вечерний час и эту возможность быть на этом месте, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Боже, мы нуждаемся в Твоем благословении, Господи. Благослови, Господь, каждого, кто прибудет еще на это место, Боже, каждого присутствующего, Господи, благослови, чтобы мы способны были услышать Слово Твое, Господь, которое, Боже, будет нам слышать, Боже. Благослови тех, кто будет воспевать славу имени Твоего. Благослови словословящих и величащих Твое святое имя, ибо Ты достоин славы, Боже наш. Благослови братьев, которые будут передавать Слово Твое, дабы Слово Твое, Господи, было для наставления и назидания нашего. Да прославится во всем Твое имя. Прими честь и славу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Здесь и там поля белеют, глаз не видел их конца. Ждут колосья золотые у усердного жнеца. Вышли дело дели Божие на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Вышли с раннею зарею, знойный полдень вышли. Вышли к вечеру на ниву поддержать жнецов твоих. Вышли дело дели Божие на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Верный труженик Господень, жни, ячмень пшеницу рожь. Жатва кончится, на отдых радость вечную найдешь. Вышли дело дели Божие на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Вышли дело дели Божие на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла.
Слава нашему Господу! Братья и сестры, за то, что Он даровал нам возможность прийти на это место вот уже во второй раз в этом дне, чтобы прославить имя нашего Господа, даровавшего нам все необходимое для жизни, благочестия, который возвращает плоды для нашего подкрепления, для нашего жития, бытия на этой земле. Слава Ему за это! В этот день торжественный я хочу напомнить нам всем, нам известное место из Священного Писания. Я думаю, все его знают, многие наизусть знают, но я все равно прочту его, и чтобы оно было нам немножечко так для рассуждения, чтобы напомнить нам наше хождение, каковы мы пред нашим Создателем, Спасителем. Я прочту место, которое записано в Евангелии от Луки, 8 глава, я буду с 5 стиха читать. Это притча, которую Христос говорил народу, притча о сеятеле, который сеет семя, и которое семя падает во всякие места. Здесь написаны такие слова с 5 стиха. «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало пред дороге, и было потоптано. И птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Здесь Христос перечисляет некоторые места, куда падает семя, и какие результаты от него. Это такая физическая сторона этой притчи. Семя упало на дорогу, там, где почвы нету, оно не может там взойти. Птицы небесные прилетели, поклевали. Другое семя упало на каменистую почву. Очень много камней, там очень мало земли. У меня так, я обратил внимание на дороге. Там не заасфальтировано, не забетонировано, а там гравером засыпано. И трава растет такая сильная, трава растет, большая. Я взял ее, она так легко вырывается оттуда. А если солнце припекет, она засыхает быстрее. Также и тут Христос говорит, семя, которое упало на каменистую почву, она засохла. А которая упала в терния. Терния выросла, заглушила его. Только то семя, которое упадет на добрую почву, в добрую почву, та приносит плод. Здесь Христос дальше поясняет. Ученики же его спросили у него, что ты знаешь? Что бы значила притча сия? Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют.
Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упадшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в терни – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Христос дважды сказал эту фразу: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда сказал притчу, потом, когда разъяснил, кто имеет уши слышать, да слышит. И здесь я вот, как я уже прочитал, написано, что, впрочем, в притчах они слушают и не разумеют, и видя, смотрят и не видят. А здесь вот нам оставлено в Священном Писании разъяснение – это притчи. И часто бывает, мы смотрим на эти разъяснения притчи и не видим. Смотрим, слушаем эти разъяснения притчи и не разумеем. И потому сказано: кто имеет уши слышать, да слышит. Пусть Бог поможет нам вникать в Слово Божие и слушать Слово Божие, чтобы оно проникало в наше сердце, чтобы нам приносить плод. Как здесь написано, вот здесь сказано: упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые, не имея корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Как часто в нашей жизни встречается это, особенно среди молодых людей, когда нету вот этого укоренения в Слово Божье, когда мы не укореняемся, тогда мы слышим это слово, слово слышим, но какие-то трудности, маленькие трудности, и мы смотрим, как бы для нашей плоти, как бы для нас было бы не тяжело. И мы часто бываем, соглашаемся с греховными делами, увлекаясь тем, что предлагает этот мир, что вокруг нас творится, что мир делает, и то смотрим немножко так, немножко так. Не вникая, не укореняя Слово Божие, мы начинаем шататься и уклоняемся на те образы, которые мы видим извне. А когда, если смотря в нашей повседневной или физической жизни, когда мы садим какие-то культуры, когда мы обрабатываем огород, землю, посадили доброе семя, оно бывает позже всходит, чем те сорняки, которые вокруг него. Их убираешь, они все равно растут. Если зацепишь то, что семя посадил, она начинает умирать. Надо его ухаживать, за ним смотреть. И
что я хочу сказать, вот эти сорняки, которые возрастают, их надо убирать. Если мы их не будем убирать, то она заглушит семя доброе. Заглушит. Но они, эти сорняки, хочешь не хочешь, растут. Обработаешь огород хорошо, они все равно растут. Растут, их надо убирать. Так же и в жизни нашей, в духовной жизни нашей проявляются всякие те действия, которые не угодны воле Божьей, которые, о которых написано, живущие по плоти, они умрут. Потому нам нужно жить по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти, чтобы принести плод. Плод свой принести, как написано в Псалме в первом, написано здесь такие слова в третьем стихе. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». И будет. Почему будет? Как здесь выше написано, в законе Господа воля его, и о законе его рассуждает он день и ночь. Если мы будем находиться в этом законе, рассуждать о Слове Божьем день и ночь, чтобы нам в точности исполнить то, что в нем написано, тогда, как здесь в третьем стихе написано, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Бывает такое, что приносит плод не во время свое. Как важно, чтобы плод был во время, в то, которое он должен быть. Если я когда еще в детстве, у нас были дома вишни, черешни росли, и надо было собирать черешни, и я наблюдал такую картину. Черешни, когда сезон собирать черешни, они такие сочные, вкусные, сладкие. А некоторые, смотришь, они зеленые растут, еще не созрели. Они зреют, находятся, питаются от корня, но они еще не готовы, чтобы их собрать, чтобы их употреблять. А через время смотришь, они уже созрели, висят на дереве, пробуешь, они какие-то такие водянистые, невкусные, ну, нет особенного желания, чтобы их употреблять в пищу. Это плод, который созрел, но не в свое время. Как важно в жизни нашей, чтобы нам приносить плод свой в свое время, когда он должен быть. Пусть благословит нас каждого Господь, чтобы мы стояли в Слове Его и приносили плод свой во время свое. Будем молиться. Аминь. Слава Тебе за все, Аллаху, за Тебя.
Благословено имя Твое, Господь и Бог наш. Слава Тебе, Отец наш Небесный. Слава Тебе, Господь, за милости Твои, за любовь Твою, за охрану Твою до сего часа, Господь. За то, что мы могли дожить до этого времени, когда мы принесли благодарение Тебе эти плоды, которые Ты даровал, Господь, которыми Ты обогатил землю эту, Господь, слава Тебе, я благодарю Тебя, Господь, за изобилие, которое Ты посылаешь нам, Господь, слава Тебе, за то, что мы не имеем нужды в хлебе, Господь, мы имеем в изобилии все, слава Тебе, и Слово Твое Ты оставил для научения нашего, для того, чтобы мы от Него учились, слава Тебе, Господь. Господь, я благодарю Тебя, Господь, помоги нам вникать в Слово Твое, вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно, Господь, чтобы принести плод свой во время свое. Помоги, Господь, каждому, Ава Отче, я умоляю Тебя, благослови, Господь. Народ Твой, благослови, Господь, молодое поколение, яви милость Твою, Господь, чтобы эти, Господь, всякие ветры учения не увлекали, Господь, чтобы этот мир, чтобы не увлекал народ Твой, наследие Твое, Господь, я умоляю Тебя, милость Твою пошли, благослови, Господь. Каждое сердце, помоги, Господь, хранить себя неоскверненным от мира сего. Благослови, Господь, я умоляю Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови весь ход этого служения. Да будет имя Твое прославлено за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, братья и сестры, праздник жатвы продолжается. Слава Богу! Пусть наполнятся сердца наши хвалой Господу нашему и благодарностью ему. Вы знаете, научиться благодарить этому, как я сказал, надо научиться. Хорошо, если мы можем, как вот в пророке Иеремии написано, извлекать из ничтожного драгоценного. И вы знаете, когда люди могут даже из ничтожного извлечь драгоценное, вот тогда сердца наполняются хвалой, наполняются благодарностью Богу. А бывает так при всем изобилии и продолжают быть недовольны. Я думаю, в Америке мы, наверное, когда приехал, думал, тут вообще, наверное, недовольных людей нету, печальных, чем-то унылых. А пожив немного, понял, даже и среди наших тоже встречаются недовольные, печальные. При всем изобилии не находится за что прославить Бога, не находится за что воздать хвалу. Там, мне кажется, проснись утром и уже на теплой кровати там или в доме уже проснулся тепло, и уже можно поблагодарить Бога, и уже прославить. Знаете, вот научиться благодарить. И поэтому, знаете, сегодня день благодарения, пусть наши сердца, вот как бы проанализируя себя, наполнимся тем, чтобы благодарить Бога и славить Его. Вы знаете, на эту тему мы будем слушать благословенные и стихотворения, и пение. То сейчас все вместе, я объявляю ход служения, сейчас все вместе мы поем общим пением. После общего пения Настя прочитает стих «День благодарения», а затем прозвучит псалом «Благодарю за хлеб насущный». После этого будут участвовать дети, брат Филипп прочитает стихотворение «Сердечное спасибо», а потом мы прослушаем декламацию, дети прочитают и еще прозвучит псалом. Все в этом мире Богу славу поет. Будет петь хор, и мы будем слушать вторую проповедь. Проповедовать будет брат Алексей Жук. А сейчас, пожалуйста, общее пение.
Ставший, все вместе будем петь на твоем и моем столе. День благодарения. Мы часто взоры к небу поднимаем, чтоб милости во благо получить. Но получивши, быстро забываем, что нужно нам за все благодарить. И в этот чудный день благодарения сегодня не замедли принести из уст и сердца Господу хваленья за все Христа благодари. Благодари за чудный дар спасения, что незаслуженно ты получил. Он принял крест позора и мучения, нам в небо дверь по милости открыл. Благодарить, что ежедневно вселяет в сердце радость, мир, покой, что проявляет к нам долготерпение, ведет нас в небо узкою тропой.
Ах, как прекрасно, возлюбивши Бога, хвалу Ему всем сердцем возносить, и что встречаешь в жизненной дороге, за все всегда Христа благодарить. Аминь. Господь за хлеб насущный, за луни свет ночи, за раннюю зарю, за день прошедший и за день грядущий, Тебя, Господь, благодарю. Благодарю Тебя за кровь святую, за то, что Дух Святой во мне теперь живет, даешь без меры воду мне живую. Хвала Тебе, хвала, Господь! Аллилуйя, аллилуйя, славлю имя, что всех имен светлей. Пред Тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. Аллилуйя, аллилуйя, славлю имя, что всех имен светлей. Пред Тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. Благодарю за радость обновления, за то, что я с тобой в молитве говорю. Щит веры ты мне дал, и шлем спасения, Тебя, Господь, благодарю. Аллилуйя, аллилуйя, славлю имя, что всех имен светлей. Пред тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. Аллилуйя, аллилуйя, славлю имя, что всех имен светлей. Пред тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. И дивную небесную обитель меня Твоя любовь по жизни поведет. Прославлен будь навек Ты, мой Спаситель. Хвала Тебе, хвала, Господь! Аллилуйя, аллилуйя! Славлю имя, что всех имен светлей. Пред Тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. Аллилуйя, аллилуйя! Славлю имя, что всех имен светлей. Пред Тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. Аллилуйя, аллилуйя, славлю имя, что всех имен светлей. Пред тобой склоняюсь я, Ты один достоин быть царем царей. Тебе спасибо, Боже, за все, что Ты создал. Что может быть дороже того, что Ты нам дал? Имеем мы спасение, Тебе, Отец благой. Имеем одеяние и кровь над головой. Имеем что покушать, и нет нужды ни в чем. И Божье слово слушать, приходим мы в Твой дом. Земля дала плоды нам, и рады мы сейчас. Сердечное спасибо прими, Господь, от нас. Аминь.
за что нам славить Бога. Он послал всего так много. Если что, друзья, вкусней фруктов или овощей, я один из них сегодня здесь по милости Господней славить Господа стараюсь, сладким перцем называюсь. И я тоже так старался, праздник пропустить боялся, и пою Творцу от сердца, называюсь горьким перцем. Что ты, только тише, тише, тебя могут ведь услышать. Ты же горький, ты же острый. Как ты мог войти так просто? Я душистый, сладковатый, витаминами богатый. По правду на витрине мяско видно в корзине. Все хозяйки меня знают, фаршируют, начиняют. Но нигде я не слыхал, чтоб тебя фаршировали. Горький перец как-то был, суп хозяйка положил. Языку пришлось признаться, что не знал, куда деваться. А тебя, друг, пользы нет, даже хуже один вряд. Подожди, постой немного, не суди меня так строго, ведь имеет все творение цель свою и назначение. Ты, мой друг, не знаешь все же, что кажусь я в пищу тоже, но скажу с большим намеком, что служу я всем уроком. Если ты не любишь брата, сердце злобой объято, осторожно, горечь перца поразила твое сердце. Ссориться ли любишь очень, готов спорить днем и ночью? Этот, друг мой, неспроста, горечь на твоих дела. Избавляйся от таких уста. Иногда мы горьким словом близких опозвать готовы. Те слова острее перца ранят душу, ранят сердце. Вывод сделать здесь несложно. Ложить перец в пищу можно, но не вместо злому перцу в христианском добром сердце. Да, ты добрый урок нам дал. Бог тебя не зря создал. Залезай скорей в корзину, будем вместе на витрине. От фарсу за пользу перца пусть хвала звучит от сердца. Аминь.
славу поет с утра до темноты. Ромашки, капельки на травах, деревья, нежные цветы. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, будь я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, шимари. Создал ты все единым словом, великой силою своей. И бабочки в своем полете, и птичкой в пении земном, и пчелки радостно в работе несут хвалу Творцу кругом. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, будь я так мал. Но вижу я, как все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, шимари. Создали все единым словом, великой силою своей. Господь за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо, там ждешь меня, Спаситель ты. И я хочу тебя прославить, о мой Господь, хоть я так мал. Но вижу я, там все прекрасно, великолепно ты создал. Леса, поля, долины, горы, пучины, волны, шимари. Создал ты все единым словом, великой силою своей.
скончался. Мир вам, братья и сестры.
Мне еще хочется вместе с вами сказать слава Богу. Как было подмечено, что мы народ благодарный. Мы опять пришли, чтобы прославить Господа, чтобы порадоваться. Видя вот такие вот изобилия. Вы знаете, раньше что-то из продуктов приносилось в жертву. Я не буду сейчас перечислять. Сейчас уже это, конечно, Богу не нужно. Сейчас Богу нужна хвала. Жертва хвалы. Это то, что мы сейчас и делаем. И глядя на вот эти продукты, мы благодарим Бога. И не только за это. Бог ждет от нас много хвалы. И те плоды, которые мы приносим, знаете, вот если взять вот эту корзину яблок, как уже сегодня отмечалось, и принести в какую-то семью на Украине, это будет большой плод хвалы для Бога. Народ будет радоваться и благодарить. Вы знаете, вот я уже не помню, но вот на Украине в этом году очень дорогая картошка. Очень. Дороже, чем в Америке. Вот если в Америке купить, я уже не помню, мне сестра говорила, я звонил, разговаривал. Мне сейчас тяжело перевести это на доллары, чтобы нам понять. Но здесь можно купить больше картошки на 5 долларов, чем на Украине. Вот на Украине на 5 долларов, я не знаю, как по всей Украине, а там, где вот живет мой брат, где живет моя сестра, там на 5 долларов купишь меньше картошки, чем здесь. А вот у моей сестры муж, он на пенсии по инвалидности. У него пенсии 40 долларов в месяц. И вот теперь можете представить, 40 долларов в месяц зарплата на то, что ты можешь жить. И картошка дороже, чем здесь. Это довольно скудно. То вот если вот эту корзину принести туда, в семью, да, и дать многодетную семью, то, конечно, это Бог такую жертву принимает. Принимает. В Израиле, конечно, было изобилие, когда израильский народ служил Господу, когда правильно ходил пред Господом. Бог говорил израильскому народу, вот в ту землю, в которую ты идешь, мои глаза день и ночь смотрят на эту землю и заботятся об этой земле. Вот день и ночь. И Бог говорил израильскому народу, что тебе не надо будет поливать, как это ты делал в Египте. В Египте бывало, что они поливали что-то там свое растение. А тебе, говорят, не надо будет делать. Вот в такую землю ты идешь. И израильскому народу было хорошо, весьма хорошо. Конечно, когда он отступал от Господа, то были проблемы. Были проблемы у израильского народа. А так вот он и шел в такую землю. И Бог сказал израильскому народу, если ты отступишь от меня, начнешь грешить, то я, говорит, сделаю небо медью. Ну, не будет дождя. Не будет дождя. И сейчас, говорят, в Израиле все поливается. Если не будешь поливать, ничего не вырастет. Ничего не вырастет. Сейчас так. А раньше было по-другому. Все поливалось Господом. И было хорошо.
И поэтому Бог заботился, Бог давал добро народу. И Он хотел, чтобы народ за это добро благодарил и славил Бога. Хотел. Я вот прочитаю, я прочитаю несколько мест священных писаний. Они обобщают весь вот этот праздник. Весь. А вы внимательно послушайте. Это Исход, 23 глава, с 14 стиха. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздника пресноков. В 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». И Исход, 34 глава, 22 стих. «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Второзаконие, 16 глава, с 9 стиха. Тут немножко проясняется за праздник седмиц. 7 седмиц отсчитай себе. Знаете, чтобы детям было понятно, это 7 недель. 7 недель нужно отчитать, по-английски week. 7 седмиц отсчитай себе, начиная считать 7 седмиц с того времени, когда появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь, Бог твой. И веселись пред Господом, Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, в котором изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии. Праздник кущи совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твое и источила твоего. И веселись праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Бог твой, ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего и на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц, в праздник кущей, и никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Братья и сестры, вот эти все праздники, которые я перечислил, вот можно сказать одним словом, это праздник жатвы. Вот праздник кущей. Когда празднуют? Ну, когда соберешь урожай из плодов, празднуй. Седмицы. Это 7 недель после того, как только начали косить, серп пошел на жатву. 7 недель прошло, празднуй. И, кстати, вот это праздник седмиц, это праздник Пятидесятницы. Это тот праздник, на который излился Дух Святой на
первых христиан, которые последовали за Господом. И Бог требовал, чтобы радовались и веселились, и не приходили пред лицо с пустыми руками. Братья и сестры, сегодня упоминалась вот притча, утром проповедовала за 10 прокаженных. 10 прокаженных. И Христос отметил, говорит, а где же 9? Где же остальные? Я не думал, что остальные не радовались. Они тоже радовались, и они тоже благодарили Бога. Но вот этот благодарил особенно. Братья и сестры, ну как тем, вот как тем не радоваться? Они радовались, но были больные, стали чистые. Я думаю, они побежали в свои дома, к своим близким. И они рассказывали, как они получили это исцеление, как это все произошло. Но вот один из них, он особенно радовался. И написано, он вернулся и громким голосом прославляя Бога, и вернулся к Иисусу Христу. И Христос это отметил. Это отмечено на страницах Священного Писания. Братья и сестры, да поможет нам Господь так радоваться пред Господом и так веселиться, чтобы наша радость и наше веселье было отмечено на небе, было отмечено в книге жизни. Братья и сестры, это не в том смысле, чтобы нам прыгать и скакать, и хлопать. А когда у человека радость в сердце, то, как псалмопевец говорил, к святым и к дивным желание мое. Знаете, есть такие христиане, у которых, ну, нет желания вечером ходить в служение. Нет. И вот когда нет желания, вот этот человек не радуется, не веселится. Не радуется и не веселится о Боге. О Боге. Пусть нам Господь в этом поможет, братья и сестры. Вот смотрите, дальше тут во Второзаконии 28 глава, это, знаете, как говорят, глава благословения и проклятия. И тут написано так, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, в жажде, в наготе, во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Господь говорит, за то, что ты в радости сердца не служил мне и не веселился предо мною. Вот будешь в унынии и в скорби служить врагу. Это в том смысле, братья и сестры, если наше сердце сегодня неблагодарно Богу. Неблагодарно Богу. Да, все мы молимся. Все мы молимся. Но прийти в служение и прославить Бога, это тоже жертва хвалы и прославления Бога. Это тоже. Вы знаете, и сегодня Бог сердцевидец. Он видит, с каким мы сердцем приходим. Он видит, как мы молимся. И написано, что тот, который испытывает сердца наши, он знает, какая мысль у нашего духа. Он это знает. Видит наши помышления. И как хорошо, братья и сестры, если мы приучим себя замечать милости Божьи. Милости Божьи замечать. Вот сегодня немножко с утром рассказывала, знаете, вот, ну, не было у меня голода. Я голодовал только в армии. Вот сильно хотелось кушать. Там норму давали, вот дадут тебе в 9 утра.
и все. Потом в 2 часа дня. И вот с 9 до 2 ты ничего не найдешь, чтобы что-то положить себе в рот. Вот тут-то мы едим, едим и едим постоянно. И на работе едим, едем, едим. И в машине еда есть, и полные холодильники. А в армии такого не было. Вот там ну, сильно хотелось кушать. Но я не худал. Я еще и вес набирал, а кушать хотелось. И тем не менее, знаете, братья и сестры, вот жили в такое время, мы жили, ну, большой город, на проспекте, магазин был от нас, вот как отсюда до Валмарта. Вот наш дом, и вот как до Валмарта у нас магазин пройти. И если утром придешь в магазин, то хлеба не купишь. Утром хлеба нету. Хлеб привозился вечером. Я уже не помню, ну так часам к 4, к 5. И вот мама даст денег, и говорит, беги в магазин, сейчас хлеб привезут. А там уже очередь стоит, ждут, привезут хлеб. И вот хлеб привезли, и люди купили, купили, раз, 2 часа, и 2-3 часа, и хлеба нету. Все, его продали, хлеба нету. Уже на следующий день придешь, тогда купишь хлеба. А вот живем в этой стране, есть магазины круглосуточно работают, и в 2 часа ночи придешь и купишь хлеба. И вот живем в большом изобилии. Да, детям нашим это тяжело понять. Тяжело. Потому что они не видели другого. Ну, не родились тут, вот так живут. Как будто так должно. Но не все так живут. Не все. Еще мы живем пока очень и очень хорошо. И как бы хотелось, чтобы сердце наше было благодарно Богу. Благодарно. Не только за вот это, за Дух Святой, за то, что Он усыновил нас. Я помню, было такое пророчество, и Господь говорил, народ, я называю тебя сыном и дочерью, и это должно радовать сердце твое. Вы помните, как Христос сказал ученикам, когда они пришли и говорят, Господи, бесы повинуются Твоему имени. А Христос говорит, не радуйтесь этому. А чему радоваться? А радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Братья и сестры, а Христос записал наши имена в книгу жизни, пройдя через Голгофу. Через страдания. Очень тяжелой и дорогой ценою. Муж скорбей, изведавший болезни. И поэтому, вы знаете, много-много можно рассказывать вот тут с кафедрой, за что благодарить Бога. Пусть Господь нам поможет, чтобы наше сердце размышляло об этих милостях Божьих. Вы знаете, вот написано, в 33-м псалме такие слова. Это 33-й псалом, это псалом Давида, 2 стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Вы видите, как Давид говорит, я благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Здесь написано, постоянно молитесь. Да? А вот тут Давид говорит, в устах моих постоянно хвала Господу. И пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы нам уподобляться вот таким мужьям, мужам веры. Чтобы наши уста были исполнены благодарности. Вы знаете, конечно, бывают у нас и скорби, и трудности. Но написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Но тем не менее, войти в Царство Божие. И поэтому пусть Господь нам поможет, братья и сестры. Вы знаете, Христос, когда говорил, Он много приводил примеров и на жизни, то, что люди понимают. Он приводил небесные примеры. И много притч таких говорил. И вот
один из законов жатвы, он говорил, что если зерно, которое упало в землю, если оно не умрет, оно не сможет принести плод. Оно должно умереть, и тогда приходит плод. Вы знаете, если мы не умрем для греха, не умрем для этого мира, мы не сможем принести Господу плод. Плод хвалы, плод радости. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Каждый день умираю. Порабощаю тело свое. Вы знаете, не умереть для этого мира. Сегодня многих молодых, вот знаете, мир влечет. Влечет мир. Им нравится это. Не может такой человек, который вот не умрет для мира, не умрет для греха, чтобы он принес много плода. А Христос сказал, тем прославится Отец мой Небесный, когда вы принесете сколько, братья и сестры? Много плода. Когда вы принесете много плода. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы нам принести много плода пред лицо Господа. А Библия говорит, я вот читал, Господь сказал, чтобы не являлись пред лице мое с пустыми руками. Чтобы не являлись. А чтобы принесли. Принесли плод. Вы знаете, если я насадил большой сад, и у меня много яблок, и я потом продал, и у меня много денег, и семья одета, обута, и все хорошо. Но если я не уделил ничего для нуждающих во славу Господа, то я никакого плода не принес. И если я только устами благодарю, а делом я не благодарю Бога, я не радуюсь пред Господом, я не уделяю нуждающим, я не служу для Господа, то написано, вера без дел мертва. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры. Я еще прочитаю, вот, чтобы нам понять. Вот смотрите, как написано. Это первое послание к Тимофею, 6 глава, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверно, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Братья и сестры, вот написано, чтобы богатели добрыми делами. А для чего? Чтобы достигнуть вечной жизни. Я не говорю сейчас о богатых. Здесь хотя к богатым относится. Но чтобы мы богатели в Боге добрыми делами. Добрые дела – это есть те плоды, о которых, это сейчас для нас, о которых Бог сказал, чтобы не являлись пред лице мое с пустыми руками. А чтобы у нас были полные руки добрых дел. Это те плоды, которыми нуждается Господь. Нуждается Господь. Пусть Господь поможет, братья и сестры. И буду уже заканчивать проповедь свою. Я прочитаю за ту жатву, которой все мы когда-то предстанем. И взглянул я, и вот светлое облако,
и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы нам быть в этой жатве. Написано, соберет житницу, соберет пшеницу в житнице своей, в житнице. А дальше, братья и сестры, смотрите, что дальше после жатвы. «И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящий на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, и вышел от жертвенника, с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Братья и сестры, чтобы нам быть пожатым, знаете, в жатве Господней, то нам нужно быть готовыми и стремиться к тому, чтобы нам быть созретым и готовым. Вот как брат передо мной говорил, что бывает, собирал черешни, вишни, а там были те, которые не готовы. Но благодарение Богу, братья и сестры, что Бог силен, силен нас поставить перед собою непорочными. Я приведу вам один пример. Я это как-то уже говорил, напоминание, оно полезно. Было пророческое слово одному старцу. У нас в служении это было конец 80-х, начало 90-х. Вот старец стоял рядом со мной. И был прежде пророк, и было слово Господне к нему: «Сын, пришло время жатвы, а ты не созрел. И поэтому будешь скошен и будешь дозревать на покосе. Я положу тебя на одыр болезней, чтобы приготовить душу твою к вечности». Братья и сестры, это великая милость Божия. Поэтому, когда и болеем, тоже есть за что благодарить Господа. Тоже есть за что благодарить. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы нам оказаться пред Господом созрелой пшеницею, чтобы нам явиться пред лице Господня не с пустыми руками. И будем стремиться к тому, делать добрые дела и прославлять Бога в жизни и нашей жизнью, живя на этой земле. Пусть ему будет вечная слава. Аминь. Так. Братья и сестры, у нас еще довольно большая программа. Сейчас все мы поем общим пением. Во время пения у нас будет церковный сбор. У нас в гостях есть братья и сестры, молодежь из Калифорнии. Они после общего пения исполнят псалом «Встреча у престола». Затем сестра Яна прочитает стих. А потом мы выслушаем еще один псалом, называется «Станем рядом». И потом прозвучит еще один псалом. «Дни как звук отшумят». Затем будет петь хор, и мы будем слушать заключительное слово. Говорить будет брат Андрей Павлюк. А сейчас общее пение.
Вставшие все вместе будем петь «Косари на лугу». Сад, вот и вечность на пороге, пролетела жизнь как сон. Без креста вдали от Бога, у престола суд идет. Слышен грозный голос гнева, в
книги жизни не тебя. Твой удел огонь и сера. А ведь жизнь ты мог прожить совсем иначе, осознавши у престола ты заплачешь, но, увы, за гробом больше нет возврата или неба, или за жизнь расплата. Поздно кается тогда за грехи, ошибки плакать, что посеял там пожнешь. Знаешь ты, что это значит? И ведь знал, что есть Творец, но судьбу без Бога строя ты Голгофой пренебрег. Христу стал спиною, а ведь жизнь ты мог прожить совсем иначе, осознавши у престола ты заплачешь, но, увы, за гробом больше нет возврата или неба, или ад. За жизнь расплата. Спасителю дверей, не в двери оставляя, позаботься о душе, милый друг, я умоляю, подними свой взор горам, поспеши навстречу свету, на коленях пред Творцом, и сначала жизнь. Лето, а ведь жизнь ты мог прожить совсем иначе, осознавши у престола ты заплачешь, но, увы, за гробом больше нет возврата или неба, или за жизнь расплата. По знойным местам палестинской земли, где много пленяющих роз, тропинкой, где стройные пальмы росли, шел сеятель, вечный Христос. Он взор свой направил в прибрежную даль, на море желтеющих нив. И взор его нежный смущала печаль, слезою щеку оросив. Он шел не спеша, наклоняясь порой, он колос созревший срывал, и в тайном раздумии нежной рукою он сорванный колос ласкал. Подолгу глядел на желтеющий вал, нередко стоял он без слов и слушал, как грустную песню шептал взволнованный хор колосков. О чем загрустил ты,
великий Христос, и дальше совсем не идешь. Быть может, жалеешь ликующих роз, и в трудном пути устаешь. Но нет, не о розах земных ты грустишь, ты сеятель нив неземных, и колос любой ты от смерти хранишь в объятиях своих дорогих. Ты плакал совсем не о розах земных, в пути не о розах шептал. Ты колос подбитый в час бурь грозовых, любящей рукой обнимал. Ты Лазарек жизни опять воскресил, проказу с несчастных снимал. Ты грешницу смело навеки простил, не камень, а жизнь ты ей дал. И вот ты, как прежде, идешь тропинкой по Неве родной. Я слышу твой голос, ты громко зовешь работников Нивы святой. Идите, друзья, к драгоценным плодам моих необъятных полей. Колосья склонились так низко к ногам, спешите на Ниву скорей. Спешите, спасайте святое зерно, ведь сумрак уже недалек, и может погибнуть навеки оно, мне дорог любой колосок. Вот жатва созревшая, жатва полей, склонившись, стоит над землей. Вяжите снопы и спасайте скорей от будущей бури земной. Аминь. Он сказал, что придет и вернется за нами, чтобы шли мы вперед, проповедуя жизнь. И лишь только любовь, что была между нами, ведь любовь — это Бог, ведь любовь — это жизнь. И осталось уже столько времени мало. Скоро осень придет, наступает закат. И живя на земле, неба так не хватало. Мы навстречу Христу будем подняты ввысь. Станем рядом, станем, Господа прославим, воздадим Ему хвалу и честь. Станем рядом, станем, Господа прославим, вознесем молитвы до небес. И осталась вдали та земля, что в тумане. Не захочется нам возвращаться назад. И останемся жить навсегда в Его славе. Ведь любовь — это жизнь, ведь любовь — это Бог. Ну а если сейчас столько трудностей много, не грусти, но иди непрестанно вперед. Дух Святой поведет заповедою снова.
Ведь любовь — это жизнь, ведь любовь — это Бог. Станем рядом, станем, Господа прославим, воздадим Ему хвалу и честь. Станем рядом, станем, Господа прославим, вознесем молитвы до небес. Сколько в мире людей погибают без Бога, сколько гибнет и так и не приняв Христа. Ты не жди, милый брат, проповедывай слово. Возлюбил Бог людей и желает спасать. Ведь потерянный день не вернется обратно. Тот, кто умер, уже не вернется назад. Но грядет новый день и наполнится счастьем. Наш Спаситель придет и разрушится ад. Станем рядом, станем, Господа прославим, воздадим Ему хвалу и честь. Станем рядом, станем, Господа прославим, вознесем молитвы до небес. Станем рядом, станем, Господа прославим, воздадим Ему хвалу и честь. Станем рядом, станем, Господа прославим, вознесем молитвы до небес. И как звука шумят, исчезнув вдали, в синем небе летят над землей журавли, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след? Как пройти этот путь, чтобы что-то отдать, людям счастье вернуть, веру не потерять? Пусть же юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра людям щедро дари. Пусть же юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра людям щедро дари. Дни, как звука шумят, исчезнув вдали, в синем небе летят над землей журавли, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты на земле добрый след, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и
оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след? Слава Господу, братья и сестры! Уже день нас кончается к вечеру. И слава Богу, что мы могли быть в Доме Божьем, служить Слово Его. Но главная цель наша сегодня была какая? Прославить нашего Господа. Мы видим очень много плодов здесь. И знаете, хорошо, как наше сердце преполняется благодарностью Богу нашему. Ну, знаете, бывают люди, которые, вот, ну, им много чего дашь, а они все ропчут и ропчут и ропчут. Бывает много, еще больше даже, они еще больше ропчут. Интересно, что когда мы в нашей жизни сверяемся с Словом Божьим и жизнью других людей, то робот всегда уходит. А вот когда мы смотрим на себя или на соседа, бывает, робот подходит. И я, знаете, на праздник жатвы, вот когда мы вспоминаем сегодня праздник жатвы, хотелось бы сравнить жизнь, нашу жизнь, да, и жизнь тех людей, которые вот прожили жизнь, а потом на конце они что-то жалились, что-то пожинали в своей жизни. Вот, например, сегодня брат первый читал слово такое, что семена падали на добрую почву, и семена падали на каменистую почву. А я думаю, Господи, помоги нам на жизни, чтобы мое сердце, оно было всегда хорошим, почвой имело. Чтобы когда приду, уже дни мои придут к кончине века, да, чтобы я мог принести обильный плод для нашего Господа. И брат Рой говорил что слово, чтобы мы в нашей жизни тоже отмечали праздник жатвы. Снопы отмечали. И к Богу никогда не приходили с пустыми руками. И вот мое сердце сегодня, мое сердце, произошло Божие,
время наше почти подходит к концу, но я постараюсь все равно какую-то мысль сказать для вас и для себя. Это написано будет Ива, 42 глава, я буду читать с 12 стиха. «И благословил Бог последние дни Ива более, нежели прежние, и у него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 3 тысячи пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третьей Кирегапух. И не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Ива. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Ио жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей до четвертого рода. И умер Ио в старости, насыщенной днями». Знаете, вот так в жизни бывает, люди ропщат. «Ох, меня там болит, ох, я то-то потерял, ох, меня с работы выгнали, ох, меня супруга такая нехорошая попалась». И вот люди ропщат. Как вы думаете, у Ива была хорошая супруга? Бачите, сразу вопрос, да? Какая была супруга, хорошая, нехорошая? Говорит, похули имя Бога и умри. Ну, как будто наше время, так сказать, ну, не очень, да, хорошее высказывание. А смотрите, Ио ни слова, вопреки Господу, Господи, ты дал мне супругу такую, ну, не очень хорошую, да? Ио всегда радуется, Господи, а я своими глазами узрю тебя. Пришел такая ситуация в Ива, такие очень трудные дни. Ио заболел. Детей всех, все дети умерли. Грабители пришли, разобрали все богатство. Все ушло, все ушло. Посмотри на последнее, что его горит. А я своими глазами узрю Господа. И он не обижался на Господа, говорит, что разве только доброе принять от Господа, а плохое не принимать. Ну, вначале, посмотрите, вот я читаю Слово Божие, вначале, что Бог говорит. Послушайте. «Был человек в земле Уц, имя ему Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязненный и удалялся от зла». Вот это его характеристика. Он был непорочен, он был справедливый, богобоязненный и удалялся от зла. И вот он нашел в своем сердце, да, нашел в своей жизни за все славить Господа. За хорошее славить Господа, за плохое славить Господа. И в конце Библия говорит, что Бог воздал ему богатство в 2 раза больше. А детей дал. Такие дети, что, говорит, что на всем мире, говорит, не было таких красивых сестер, как у него были дочери его. Еще богатство разделил между братьями. Что значит в нашей жизни? Благодарить нашего Господа. За все благодарить Бога. Жена хорошая, благодари Бога. Если жена что-то сказала не так, как надо, Господи, помоги, но я благодарю за то, что ты дал мне. За все благодари Бога. И сегодня нас праздник жатвы, будем благодарить Бога, что Бог нас питает. Когда время изобилия, благодари Господа. Будет время скудное, будем благодарить Господа. Но главная наша цель, знаете, что все идет от Господа. И здесь я еще прочитаю слово такое. «И благословил Бог последние дни Ива более, нежели прежние». За что благословил? Что он остался верным Богу. Да поможет Господь в нашей жизни остаться верным нашему Господу. И мы помолимся Господу, благодарим за это общение, благодарим Бога за то, что мы сегодня молитва праздновать, праздник жатвы, воздать благодарности. Но главная цель, чтобы в нашей жизни были всегда благодарны нашему Господу. Аминь. Помолимся. Тебе, Творец, тебе, Богу вечному слава и аминь.
Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что сегодня, Господи, в этот день мы могли вспоминать, Господи, то, что Ты, Господи, много дал в нашей жизни. Как много изобилия мы имеем от Тебя. Слава Тебе, Господи, благодарность, Господь наш. И помоги нам, когда мы есть, когда мы встречаемся, Господи, чтобы не забывали благодарить Тебя, благослови это имя, Господь, помоги нам в жизни, Господь наш. Вио, Господи, Ты много дал, Господи, но когда мне ничего не стало, Он всегда благодарил Твое имя, Господь наш. Помоги нам всегда, Господи, быть Тебе благодарным в нашей жизни, Господь наш. За все Тебе благодарить, Отечественный Бог. Господи, пусть Твое благословение почет на семьи наши, Господь наш, почет на церкви нашу, Господь, славу Тебе мы молим и просим. Прославься Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.